Всем привет, с вами канал Ремонт Эксперт. Сегодня у нас двухкомнатная квартира по адресу Дмитровское шоссе 124А и обзор нашего ремонта по дизайн-проекту в современном стиле. Площадь квартиры 84 квадратных метра. Она состоит у нас из большой просторной кухни-гостиной, коридора, детской комнаты, спальни, ванны и туалета. Изначально планировка застройщика предполагала небольшую кладовку. Мы ее демонтировали, сделали небольшую перепланировку, и это нам позволило увеличить ванну и хозяйскую комнату. Отделочные работы на данном объекте мы начали с демонтажа. Демонтировали некоторые участки стен от застройщика, построили новые перегородки из ячеистого бетона толщиной 100 мм согласно дизайн-проекту. Штукатурку на этом объекте мы выполняли механизированным способом. Использовали мы гипсовую смесь Knauf MP75. На нашем канале есть отдельный ролик по поводу штукатурки с этого объекта. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Стяжку на данном объекте мы делали по маякам, это мокрая стяжка. Используем для этого только пескобетон марки М300, только производитель Русян. Дополнительно мы используем фиброволокно, демпферную ленту и пластификатор, для того, чтобы избежать появления трещин. Итак, санузел. На полу мы используем также кварцвинил, который сделан по всей квартире. Установлена система инсталляции. Эту стену мы выделили специальной плиткой, чтобы это смотрелось более зрелищно. Сделан скрытый люк, установлен гигиенический душ и также сделана и установлена маленькая раковина для того, чтобы можно было помыть руки. Итак, мы в ванне. Здесь не хватает столешницы, она у нас под заказ, будет через 2 недели. Также у нас будут 2 отдельно стоящие раковины здесь. Приедет зеркало, оно тоже под заказ. На стенах мы используем плитку 2 видов. Название плиток я оставлю в описании к данному видео. На полу у нас такая же кварцвиниловая плитка. Потолок у нас выполнен из гипсокартона. Также здесь стоит электрический полотенцесушитель. Электрика на данном объекте выполнена по потолку и по полу. В полу мы используем гофру ПНД, на потолке мы используем серую негорючую гофру ПВХ. На наших объектах мы используем кабели только ВВГ, НГ, ЛС, только ГОСТ, никакого ТУ. Также мы используем только кабеля сечением 3х1,5, 3х2,5 и 3х6. Электрощит у нас на 48 модулей, нам удалось его аккуратно спрятать в шкаф в прихожей. Трубы отопления застройщика были полностью демонтированы, разведена новая проводка из трубы Рехау. Внутри квартиры поставили коллекторный шкаф, установили коллектора и все это аккуратно спрятали в шкафу, также где и электрощит в коридоре. По желанию заказчика мы сделали мероприятие по шумоизоляции квартиры. По всей площади мы положили на полу шумонет 100 комби. Также на стенах в хозяйской спальне и в детской, а также на потолке мы использовали каркасную шумоизоляцию с использованием каменной ваты и акустического гипсокартона. Потолки по всей квартире у нас выполнены из гипсокартона. Используем мы гипс производителя Knauf, обязательно влагостойкий, толщиной 9,5 мм. При монтаже мы используем
технологическую карту компании КНАУФ, серия потолка P113. Теперь перейдем к самому вкусному. Это чистовые работы и материалы. Большая часть стен у нас сделана под покраску. Но также мы здесь применили интересное решение. Это линолеум на стенах. Точное название этого материала – это мармолеум. Толщина у него 2 мм. Клеится он на стены и обрамляется красивым молдингом. Финишная отделка пола – это кварцевиниловая плитка, производитель Fine Floor, 43 класс, толщиной 4,5 мм. Монтировали мы его клеевым способом, заранее подготовив основание, прогрунтовав его специальным раствором. И далее мы смонтировали полиуретановый плинтус. Вся мебель на данном объекте выполнена нашими партнерами под заказ и отлично вписалась в данный интерьер. Хочу вам напомнить, что формула хорошего качественного ремонта проста. Вам нужно просто позвонить в компанию «Ремонт-эксперт». Дальше действовать будем мы. Спасибо, что нас смотрели. Всем пока!